20 лет назад в своей дипломной работе директора «Газпромтехникума», тогда еще студент, задумывал проект. Специальный полигон, на котором молодые специалисты, не выезжая на производство, могли бы осваивать нефтегазовые технологии и оборудование. Прошли годы, и мечты стали реальностью. В Новом Уренгое открывается уникальная образовательная площадка. В Новом Уренгое заканчивается строительство уникального объекта – учебного полигона для студентов-газовиков. Они смогут на практике использовать полученные знания, ведь в огромном цеху установлено настоящее оборудование с действующих предприятий. Объект на финальной стадии строительства. Проверить, как идут дела, на площадку пришли глава города Андрей Воронов и заместитель губернатора ЯНАО Александр Емельянов. Экскурсию им провел директор Новоуренгойского «Газпромтехникума». Сейчас мы что-то делаем в техникуме, что-то выходим на производство. Но опять же, вот, допустим, студент в смену выходит, он же не может запустить и остановить агрегат, да? Он только смотрит тут этот процесс. А может, остановка происходит там один раз в месяц или один раз в неделю. Не факт, что его допустят. А здесь он будет это делать руками. Площадь нового корпуса более 3000 квадратных метров. Здание поделено на две части. Так называемый гараж с высокими потолками, где установлено оборудование, и двухэтажное крыло с кабинетами, макетами, различными лабораториями. С метрологическим оборудованием. По большому счету, в данном учебном полигоне будет реализован весь цикл технологический от скважины до транспортировки газа практически потребителям. От добычи, кустовая обвязка, группа компримирования, очистки, охлаждения. Значит, турбоагрегат стоит, выходим на улицу, там у нас охлаждение, транспортировка, межпромысловой коллектор. И весь цикл от недр, так сказать, до потребителя реализован вот в этом техническом оборудовании. Благодаря специальным программным тренажерам студенты смогут отрабатывать различные сценарии работы установок и научатся принимать правильные решения, чтобы позже не допускать ошибок уже в цехах реального производства. Приступить к практике молодые газовики смогут уже в сентябре этого года. Это очень важный полигон, которого мы долго-долго все ждали. Здесь скоро будет больше 120 детишек. Мы хотим его открыть к сентябрю уже к учебному году. Этот полигон важен чем? Что мы знаем, что теория есть теория, но иногда нужно и на практике готовиться к производству. Новый полигон – уникальный объект не только для города, но и для всего Ямала. Он станет базой и для обучения студентов, и для прохождения курсов повышения квалификации или переподготовки. Практиковаться сюда будут приезжать даже из соседних регионов. Юлия Димитрадзе, Евгений Шевченко, телерадиокомпания «Сигма» для Нур-24.